Ректор Северо-Восточного государственного университета провел брифинг для представителей СМИ. Роман Корсун рассказал о завершении приемной кампании. В этом году баллы для поступления в вузы были выше, поэтому у абитуриентов возникли некоторые сложности. Тем не менее, зачислено в университет более 500 человек. Из этого числа 62 человека принято из других субъектов Российской Федерации, в том числе 30 на очную форму обучения. То есть, несмотря на все трудности, связанные с ковидом, университет по-прежнему привлекательен не только для наших региональных абитуриентов, магаданцев, Магаданской области, но и к нам едут из других субъектов. Сегодня каждый десятый студент в университете – это студент, как мы говорим, иногородний, не магаданский и даже не из Магаданской области, что для нас очень важно. Кроме того, вуз принял 13 иностранных студентов на основные образовательные программы и аспирантуру. Для первокурсников учеба началась 12 октября, для остальных студентов – с 1 сентября. Всего в СВГУ на очном, заочном и очно-заочном отделении учатся больше 2500 человек. Сейчас вуз работает на очно-дистанционном формате. Студенты посещают занятия, однако с некоторыми ограничениями. Расписание разрежено, есть дни самоподготовки и разное время выхода на занятия. Также студенты ведут активную внеучебную деятельность. Они участвуют в мероприятиях, большинство из которых ведут в онлайн-формате, а очные встречи проходят с соблюдением всех санитарных норм. Также сотрудники Северо-Восточного государственного университета проводят научные конференции в очно-дистанционном режиме. Ближайшую посвятят юбилею вуза. СВГУ в этом году отметит 60 лет. Кроме того, в честь такой даты университет запустит ряд проектов в онлайн-формате.